Экипаж новой экспедиции приступил к работе на Международной космической станции. Пилотируемый корабль «Союз МС-05» стартовал в пятницу с Байконура в Казахстане и успешно состыковался с МКС. На станцию прибыли российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства итальянец Пауло Несполи. На МКС их встретили космонавт Федор Юрчихин и астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер. Для Рязанского и Брезника это второй полет к станции, для Несполи уже третий. Сережа, это мама. Ожидается, что новый экипаж проведет на станции 139 суток.